Вчера мы уже вам рассказывали о самолета и вертолета паде в России. Настоящий праздник для украинцев случился в Брянской области, когда два самолета и три вертолета совершили отрицательную посадку. Все пилоты погибли. Но вот что это было? Давайте разберем варианты. Открытие для детенка. Конечно же, россияне сразу начали искать ДРГ на своей территории. Ведь другие варианты, ну, совсем плохие для РФ. Как вы себе представляете, чтобы власти сказали, например, что это российское ПВО сбило самолеты? Это же будет даже не оплеуха противовоздушной обороне, а прямо-таки нокаут. И это, похоже, правда. Спикер воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что виновата именно российское ПВО. Как вам поворот? То есть, оказывается, российское ПВО, аналогов которому нет, не может сбить беспилотники, спокойно летающие на сотни километров. А вот свои самолеты запросто. В сети уже даже начали шутить, что воздушное судно сбил пилот истребителя, который в свое время скинул авиабомбу на Белгород. Его просто понизили и отправили в противовоздушную оборону, чтобы он не мог навредить россиянам. Правда, есть и еще один вариант. Дело в том, что некоторые паблики начали сообщать, что российские истребители летели бомбить Черниговскую область, а вертолеты должны были подстраховать и подобрать пилотов, если самолеты вдруг собьют. Но случилось даже не так. Все пять воздушных суден попали в засаду, где украинские защитники их сбили. А как вы думаете, что это было? Пишите в комментариях, а еще не забывайте лайкать видео и подписывайтесь на канал.